Сегодня в меню – сливочный торт с клубничной начинкой. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Яйцо – 4 штуки. Мука – 230 грамм. Клубника – 300 грамм. Сода – 1 треть чайных ложки. Сливки от 33% – 600 грамм. Сливочное масло – 80 грамм. Крахмал – 1 столовых ложек. Сливки 20% – 160 миллилитров. Сахарная пудра – 5 столовых ложек. Сахар – 230 грамм, 200 грамм в тесто, 30 грамм в клубнику. Домашний торт – это очень вкусно, да еще и с клубникой. Предлагаю приготовить светлый бисквит, пропитать его сливочным кремом и обязательно добавить изюминку, клубничную начинку. Яйца взбейте с сахаром в пышную массу. Сливки и сливочное масло доведите до кипения, чтобы масло растаяло. Введите тонкой струйкой масляно-сливочную смесь к яйцам, также добавьте просеянную муку и соду. С помощью венчика аккуратно замесите пышное тесто. Приготовленное тесто выложите в форму для запекания и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-50 минут. Готовый бисквит остудите и разрежьте на 3 коржа. Приступим к приготовлению начинки. Клубнику нарежьте и переложите в сотейник. Добавьте сахар, крахмал и перемешайте. Поставьте сотейник на огонь и нагревайте до тех пор, пока клубника начнет давать сок. Помешивая, доведите массу до густоты. Для крема взбейте сливки с сахарной пудрой. Приступим к сборке торта. Крем условно разделите на 3 части, начинку на 2. Первый корж смажьте кремом, распределите клубнику, установите второй корж и повторите процедуру. Верхние корши бока торта покройте кремом. Поставьте торт в холодильник на несколько часов для пропитки. Торт перед подачей украсьте на свое усмотрение и подавайте к столу. Клубника, сливки. Что может быть вкуснее? Соберите все самые вкусные ингредиенты в торт вкуса лета, а именно вкусный пышный бисквит, сливки и клубнику. Такое сочетание никого не оставит равнодушным. Приятного чаепития! Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!